В Гусь-Хрустальном районе в результате ДТП погиб мужчина. Об этом сообщают в региональном УМВД. Автоавария произошла около 8 часов утра 12 декабря на трассе Р-132 «Золотое кольцо» у деревни Бабино. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автомобиля Toyota 1970 года рождения по дороге в Гусь-Хрустальный не справился с управлением и вылетел на встречку. Произошло лобовое столкновение. Судя по фото с места происшествия, легковушка превратилась в груду металла. Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Газель». В результате ДТП водитель «Тойоты» погиб. Водитель «Газели» направлен в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего. К слову, с ухудшением погодных условий возросло и количество ДТП с участием общественного транспорта. Информация об авариях в последние дни регулярно появлялась в соцсетях. В воскресенье в ДТП попал городской автобус 7С. А это уже фотографии ДТП в районе загородного парка. Здесь «Газель» столкнулась с автобусом. В понедельник аварий меньше не стало. Например, на этих кадрах видно, как автобус врезался в столб на пересечении проспекта Строителей и улицы Горького. В УМВД области призывают водителей быть внимательнее на дорогах в подобных погодных условиях. Важно помнить, что при выпадении осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Во избежание несчастных случаев рекомендуем пешеходам использовать световозвращающие элементы, а владельцам транспортных средств не отправляться без острой необходимости в дальние поездки.